Чтобы их песнями мы каждый вздох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Кирилл Петрович, эти строчки из хорошо известной вам песни посвящаю вам и всему нашему классу. Они действительно отражают то, что было. Здорово, что все мы когда-то вместе собрались. Респект вам огромный. Помним вас, ценим, любим. Часто вспоминаю, когда вижу глобус. У меня все хорошо. Ну, как видите, даже на гитаре способен еще играть. Привет вам большой. Удачи, успехов. Респект. Здравствуйте, Михаил Петрович. Привет вам от Булгакова Дениса. Много говорить не буду, но скажу по существу. У меня все хорошо. После школы окончил институт, получил юридическое образование, работаю юристом в управляющей организации. Женился, родилась дочка Маргарита, ей на сегодняшний день 3 года. Вот она, Маргарита, помаши ручкой, скажи привет, Михаил Петрович. Привет, Михаил Петрович. Вам хочу сказать слова благодарности. Сказать все, что вы для нас сделали, это не зря. Я очень часто вас вспоминаю, вспоминаю наш класс, и хочу пожелать вам здоровья, и только здоровья, потому что на сегодняшний день здоровье – это главное. Ну что еще сказать? Сказать, что всех помню, никого не забыл, но в школу назад не хочу. Шучу. Ну все, привет. Давай. Михаил Петрович, привет. Скажи. Давай громче говори. Михаил Петрович, привет! У нас в семье вас вспоминают очень часто. В принципе, примерно каждые выходные, когда я отчаливаю в очередной поход в лес. Ибо, как сказал Василий, вы нас приучили ко многому. И в основном вы нас приучили к лесной жизни, по крайней мере, меня. И за это вам огромное спасибо. Это моя дочь Лера. Лера, скажи привет. Ей сколько тебе лет, Лер? 4,5 года. Сейчас мы находимся в городе Героя Владивостоке. А вообще живем в Хабаровске. Трудимся, работаем. И передаем вам пламенный привет, Лер. Привет, помаши ручкой. Да, а это отец привет передал. Михаил Петрович, привет. Здравствуйте. Мы с вами уже виделись, и, наверное, в этом году увидимся еще и не раз, потому что вот эта милая беззубая девушка скоро станет ученицей первого класса нашей любимой гимназии. Вот, что хочу сказать. Я живу в Хабаровске, работаю совершенно не по той профессии, на кого училась. Работаю я в кондитерской, кондитером, соответственно. Вот, хочу сказать вам большое-большое спасибо. Потому что, наверное, в большей степени благодаря вам мы выросли все очень хорошими, благополучными, успешными людьми. И мы общаемся в группе, и, наверное, не ошибусь, если скажу, что каждый из нас вас помнит, очень любит, искренне считает вас самым лучшим учителем в своей жизни. Привет! Здравствуйте, дорогой Михаил Петрович, это я, Гаврик Таня. Хочу передать вам привет. У меня все хорошо. Вот у меня есть доченька, 4 года, Лиза. Сынок недавно появился на свет. В сентябре будет 2 месяца. Хочу сказать вам, что мы вас любим. Помним всегда. Ценим все, что вы для нас сделали. Конечно, труд педагога – это очень тяжелая вещь. Я понимаю. Это поскольку отучилась в педагогическом институте. Мама. И теперь, спустя столько лет, понимаю, что вы на нас тратили много своего личного времени, старались для нас всегда. И это не прошло даром. Как вы можете видеть, все мы выросли хорошими людьми, успешными. У всех детки, у всех любимая работа. И я думаю, что ваш вклад в это благополучие был неоценимым. Спасибо вам большое за это. Передаю вам привет, целую. Пока.
Дорогой Михаил Петрович, прошу прощения, что ни разу за 13 лет так не зашел к вам. Чтобы не быть банальным и не повторяться, скажу, что у меня в жизни все печально. Почти все из нас в этом году уже разменяли 30-ку и вышли на пенсию. И для кого-то, в том числе и для меня, жизнь заканчивается. Пора подводить итоги. Вкратце о себе. Не замужем, не жена, детей нет, внебрачных тоже. Живу и работаю в Хабаровске в официальном дилерском центре по продаже новых автомобилей в должности логиста. Мама, папа живы-здоровы, работают. Дед, бабули тоже, все вас помнят. А помните, ко 7 классе, после уроков, вы меня завели в учительскую и чуть не переломали мне ребра, при этом сказав, что якобы я порчу ваших детей. Но как показали события дальнейшие, все ребята получились довольно приличными и адекватными людьми. Наверное, благодаря вам, в своем жизненном пути я не пошел в такой поход, из которого нельзя было бы вернуться, при этом не повторив судьбу ребят с перевала Дятлова. Для меня вы были и остаетесь самым классным и всех классных руководителей. Дай вам Бог крепкого здоровья и всех благ. А теперь небольшой привет от мамы. Мама. Да. Привет передай. Михаил Петрович, хочу пожелать вам учеников, любящих, помнящих вас, благодарных вам, помнящих не только ваши уроки, но и ваши походы. Я вам желаю здравствовать. Здравствуйте, Михаил Петрович. Моя доченька Кристина тогда была еще в колясочке, теперь мы уже выросли, совсем большие. У нас все хорошо, учимся, работаем. Очень часто вас вспоминаем. В школу собираетесь? В школу мы пойдем на следующий год. Очень хотелось бы, конечно, попасть к вам, но, наверное, не получится. Желаем вам крепкого здоровья, побольше хороших деток, но они у вас всегда будут все хорошие. Чего? Счастье. Кристина подсказывает счастье. Мы вас очень любим, очень скучаем. Ну, до свидания. Смотри в камеру, сейчас будем снимать. Здравствуйте, Михаил Петрович. Здравствуйте, Михаил Петрович. Мы передаем вам большой-пребольшой привет из далекой Германии. Хотим вам сказать огромное-преогромное спасибо за все, что вы сделали для нас, за то, что вы были невероятно классным руководителем и больше, чем классным руководителем. За все те походы, в которые мы вместе ходили, за ночи у костра, за кашу невероятно вкусную, которую вы варили нам в вашем маленьком котелке. Ну и вообще просто за то огромное участие, за ту огромную роль, которую вы сыграли в жизни каждого из нас. Ребенком, понимаешь, не полностью, какое большое значение это имеет, но, конечно, с возрастом это начинаешь очень сильно ценить. И еще раз огромное-преогромное вам спасибо, Михаил Петрович. Вот, немного о нас. Мы живем в Германии, но по-прежнему граждане России, и менять это мы не планируем. 4 года назад я защитил докторскую диссертацию, работаю по специальности программистом в области компьютерной безопасности. Это моя жена Ольга, бывшая Метелкина, она тоже училась в 5-й гимназии, тоже посещала ваши уроки географии, думаю, вы должны тоже ее помнить. Да, большой привет вам, Михаил Петрович, спасибо большое за ваши уроки географии. И действительно, очень хотелось бы, чтобы в наших школах было побольше таких учителей, как вы, учителей действительно с большой буквы. Это наш любимый сынок Макс, да? Ему 3 годика. Макс, скажи привет, Петрович. Ну, громче. Давай, привет, Петрович. Давай, привет, Петрович. Ладно, он стесняется. Ладно, Михаил Петрович, еще раз огромное вам спасибо. И мы очень постараемся в следующий раз, когда будем в Хабаровске, зайти к вам в гости. До свидания. До свидания. Скажи до свидания. До свидания. Уважаемый Михаил Петрович, здравствуйте.
Передаю вам привет от себя и своей многочисленной семьи. Машите ручкой. Вот еще одна спит. У меня все хорошо, у меня уже трое деток. И я занимаюсь фотографией, я нашла себя в этом. Фотографирую деток маленьких. Официально трудоустроена, но 5 лет уже сижу в декрете. Спасибо вам огромное, вы самый замечательный преподаватель. И я очень благодарна, что вы у нас были учителем. Моя мама. Я счастлива, что вы есть. Моя мама. Михаил Петрович, здравствуйте. Мы очень давно не виделись. Ну, мне кажется, вы совсем не изменились. А нас, я думаю, вы узнали. Это вам привет от Тани Наливайко и от Саши Никишиной. Вот сегодня мы собрались все вместе с нашими детишками, чтобы записать вам видео-привет. У нас все хорошо. Я сейчас нахожусь в декретном отпуске. Вот 5 лет назад я стала мамой вот этого нашего старшего мальчика. Его зовут Витя. Через 2 года он пойдет в школу. Мы окунемся в школьную жизнь. А 1,5 года назад в нашей семье родились двойняшки Юра и Лена. Так что сейчас я занимаюсь ими, наслаждаюсь материнством и семейной жизнью. Вот карьера, я думаю, у меня еще впереди. Ой, не говори. У меня на руках моя дочь Виктория. Сейчас ей 1 год и 8, в ноябре будет 2. Так что мы пока еще, конечно, не ходим ни в детский сад, ни в школу. Сидим дома и сами развлекаемся. Вы хоть и не были моим классным руководителем, но я столько много о вас слышала, что у меня такое ощущение, что я вместе с вами ходила в поход на автобусе маршрутом номер 8. И я, в свою очередь, хочу пожелать вам гармонии, чтобы у вас все было хорошо, здоровья, благополучия, и чтобы вы еще много-много лет радовали нас, ваших учеников, и многих будущих. Привет! Привет, Михаил Петрович. Меня зовут Нона. Мне 4 лет. Моя фамилия Нона Ильинична. Островская. Здравствуйте, Михаил Петрович. Это моя дочь. Ее зовут действительно Нона. Хотелось бы вам передать большой привет. Пожелать вам крепкого здоровья, никогда не унывать, оставаться таким же жизнелюбивым человеком. Очень часто о вас вспоминаем. Привет! Михаил Петрович, здрасте. Привет вам от Василия Пилипейкова из самого центра Москвы. Хочу вам передать огромный привет, сказать, что мы вас помним, любим. Спасибо за ваш выпуск 2003 год. Я думаю, вся школа его запомнила, 5-я гимназия. Вот. Отдельное спасибо за все ваши походы, которые вы для нас сделали, за любовь к путешествиям. Поэтому я последние 2 года езжу по миру, работаю из разных мест. Вот сегодня из Москвы вам передаю привет. Желаю вам быть всегда таким же активным, каким мы вас помним, чтобы у вас всегда было много энергии. Воспитывайте нормальных пацанов, девчонок. В общем, привет вам большой. Здравствуйте, Михаил Петрович. Тоже хочу немного рассказать о себе. У меня 2 деток. Это старший Артем. Здравствуйте. Ему 9 лет. Мы в этом году идем в 4 класс, в 12-й школе. Сейчас покажу Егорку.
Егорка. Ой, Егорушка. Это маленький Егорка. Ему 9 месяцев. Он пока еще только ползает. Вот. Сама я работаю гинекологом в дорожной больнице. Муж у меня работает детским кардиохирургом. Ну и вам, конечно, хочу пожелать прежде всего большого здоровья, потому что это единственное, что нельзя купить за деньги. Хочу сказать вам большое-большое спасибо за то, что вы были нашим классным руководителем, за то, каким вы были классным руководителем, действительно классным. Всегда вас вспоминаю только добрым словом. Для меня вы всегда были и остаетесь, и останетесь человеком и учителем с большой буквы. Желаю вам всего самого-самого доброго. До свидания. Михаил Петрович, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Петрович. Если вы не узнали, это Сазунова Катя. Это Вика Федотова. Мы вам передаем привет. Из Москвы. Да, мы здесь из Москвы. Я в гостях, живу в Питере. Я живу в Москве уже 16 лет, 2000 года. Я вас очень хорошо помню. Я вам очень благодарна за то, что вы сделали мое счастливое детство. И я от всего сердца, от всей души желаю вам здоровья, счастья, очень много радости, прекрасного настроения. И вы действительно счастливый человек, потому что вас очень любят, потому что вас очень ценят. И вы, правда, ну, вы великий человек, потому что вот вы, можно сказать, помогли нам стать очень счастливыми и интересными людьми. Михаил Петрович, я присоединяюсь к Витиным словам. Я вас тоже помню, люблю, ценю. Спасибо вам за все. И дай Бог вам еще долгих-долгих здоровых годков. Мы вас очень любим, Михаил очень Петрович. Любим. Всего вам хорошего. Пока-пока. Ура! Ура! Привет! Скажи привет, Михаил Петрович. Привет, Михаил Петрович. Скоро приду к тебе учиться. Вот именно. Михаил Петрович, привет. Ага. Это сын. Скоро придет к вам учиться. Передаем вам большой привет. Желаем вам счастья, здоровья, удачи. Иди, чтобы все было хорошо. Прилетай. Я вам тоже привет передаю. Желаю вам долгих лет жизни, хороших учеников, чтобы все было хорошо. Здравствуйте, Михаил Петрович, это Юлия Хавренко, если вы меня не узнали. Я вам передаю огромный привет из города Сан-Франциско, где я сейчас проживаю. Я работаю в медицинском офисе, и у меня все хорошо. И желаю, чтобы у вас всегда было все хорошо, чтобы родные и близкие всегда были рядом и всегда поддерживали вас. Спасибо вам огромное за все, что вы для нас сделали. Вы были замечательным учителем и замечательным классным руководителем. Спасибо вам за все эти годы, которые вы нас учили. Спасибо. До свидания. Так. Скажи привет, Петрович. Привет, Петрович. Как дела? Скажи, Петрович, как тебя зовут? Петрович, как я зовут? Нет. Скажи, меня зовут Аврора. Меня зовут Аврора. Да. Сколько тебе лет? Ну, не понимаю, что мы все будем то. Петрович, привет. Петрович. Аврора, это моя дочка. Ей 2 года. Да. Вот. Ну, сейчас живем в Хабаровске. Так, ну, что еще рассказать? Ходит, не знаю. Ходит сама. Ходит сама. Аврора ходит сама? Да. Но мы Петровичу надо передать привет. Ты передала привет? Да. Ну, все, молодец. Скажи привет, Петрович. Привет, Петрович. Ты сама? Все, желаю вам здоровья крепкого. Ой, так, не только не хватает, ладно. Ну все. Хочет сама. Пока-пока, Петрович. Пока-пока, Петрович. Здравствуйте, Михаил Петрович. Вот и до меня дошла очередь записать видео. У меня все хорошо. Вот мой сын, его зовут Арсений. Что надо сказать ей? Привет. Привет, Петрович. Вот. А в следующем году мы с женой ожидаем еще одно пополнение. В общем, у меня все хорошо, живу я здесь в Хабаровске.
Работаю уже 8 лет как в одном и том же месте. Ну, это, наверное, все. Ну, на самом деле, я хотел бы вам пожелать здоровья, терпения. Я надеюсь, что вы до сих пор работаете в школе. Ну и дарите радость детям, таким же, как когда-то были мы. Надеюсь, скоро увидимся вживую. Пока! Михаил Петрович, здравствуйте! Всем привет! Я Наталья Языкова. Это мой сын Саша. Ему почти 3 года. Мы сейчас живем в Ванино. В общем, Михаил Петрович, большой привет с берега Татарского пролива. Желаем вам крепкого здоровья и жизненной энергии. Пока! Саш, скажи пока. Пока!